В Германии фермеры просят миллиардную помощь из-за жары. Первым шагом должно стать введение чрезвычайного положения, которое послужит законным основанием для того, чтобы власти согласовали выделение средств. Продолжительная жаркая погода в Германии наносит фермерским хозяйствам страны существенный ущерб. Глава немецкого союза крестьян, ДБВ, Яхим Руквит призвал правительство ввести чрезвычайное положение и оказать фермерам финансовую помощь. По его словам, чтобы справиться с последствиями аномальной жары, аграриям потребуется миллиард евро. Такая сумма желательна, чтобы компенсировать потери, заявил Руквит. Первым шагом должно стать введение чрезвычайного положения, которое послужит законным основанием для того, чтобы федеральное и земельное правительство согласовали выделение средств, пояснил он. По словам Руквида, в помощи нуждаются, в частности, фермерские хозяйства, где урожай снизился более чем на 30% по сравнению со средним показателем последних лет. Руквид также потребовал создания необлагаемых налогом резервов на случай трудностей, с которыми земледельцы могут столкнуться в будущем. Крайне важно, чтобы у Германии были стабильно развивающиеся сельскохозяйственные территории со стабильными хозяйствами, подчеркнул глава ДБВ. Министр сельского хозяйства Германии Юлия Клюкнер в настоящий момент проверяет возможность выделения средств фермерам, понесшим убытки из-за жары. 31 июля она встретится с представителями федеральных земель, а на следующий день представит отчет о текущей ситуации Кабинету министров. Окончательное решение о выделении финансовой помощи может быть принято только после итогового доклада об урожае, который ожидается в конце августа. В июне сообщалось, что в состоянии засухи находится не менее 25% территории Украины. Метеорологи полагают, что в этом году урожай озимой пшеницы будет меньше на 8-10% от прошлогоднего из-за засухи и составит около 23,5 миллионов тонн. В свою очередь Минагрополитики оставила неизменным прогноз урожая зерновых – 60 миллионов тонн. Источник. Русская служба Deutsche Welle. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.